Я сегодня, короче, опять не в духе. Не в духе, потому что поспал я 4 часа. Но вам, в принципе, насрать. Вы хотите видосов. Сегодня мы будем говорить про автомобиль Mercedes GT. Давайте сразу. Мне эта тачка не нравится. Не нравится. Я понимаю технические характеристики. В Mercedes чуваки посмотрели на Audi и сказали: о, в Audi чуваки красавчики, в R6 сделали очень крутой 4-литровый сбалансированный мотор. Все. Мы, короче, на BMW смотреть не будем со своими этими 4.4, там, со своими этими геморроями. Давайте мы сделаем тоже 4-литровый мотор и будем, например, в C-шке и там всякие машины попроще ставить мотор 4-литровый, битурбо новый, там, у которого там вот две версии вот у этой машины. Есть GT, там 462 лошадиные силы, а есть GTS, там типа 510. Ну, как бы погоды вообще не делает. То есть, в принципе, по мощности точно такой же мотор, как стоит в Range Rover, да, и вот в Jaguar, вот в этом говне белом, который мы тестировали недавно. Сейчас выходит C-шка, почти уже она вышла, сейчас будет C-купе. И там будет этот мотор 4-литровый, это точно такой же мотор, как и здесь. Поэтому, если они здесь при Евро 6 сделали 510 лошадиных сил, то в теории, суть по тому, как чипуется и тюнингуется этот двигатель, я думаю, 700-750 сил с этого мотора будут снимать на ура. Вопрос только в том, сколько он этот мотор будет ходить. Ну вот, в принципе, можно скинуть эти турбины, поставить пайпы нормальные, поставить хорошие коллектора, прям гоночные, поставить форсунки другой производительности, поставить второй бензонасос, переписать блок управления коробки, переписать блок управления... Ёпта, что-то я завелся. Короче, можно просто купить GTS и кататься на нем. И сегодня я вам буду рассказывать как раз про это. Наш экземпляр стоит 12 миллионов рублей. А эти люди, видимо, пообщались, ну, посмотрели просто. Ягуар, да? Беру там 5, 6, 7 миллионов рублей за свое это говно, за это купе. Мерседес такие: а что, мы хуже? Типа, мы Мерседес, давай будем брать 12. Пацаны, берите сразу 25. А что? Лошара, который покупает эту машину, все равно отдаст за нее 25. Ну, типа, вы считаете, аналогов нету? Вы считаете, это красивая машина? Ни хрена она не красивая. Чем вы нас удивили? Где новый дизайн? Что мы тут нового увидели? Фары? Говно! Морда? Вот взяли, залезали, сделали более ярко выраженную переднюю часть автомобиля. Сука, дебилы просто. Вообще не понимаю дизайна этого. Кто-то смотрит и говорит, я, кстати, хочу сказать, это мое личное мнение, кто-то смотрит и говорит: о, круто, о, прикольно, о, симпатично. Особенно продажные всякие тесты, а их много сейчас развелось в последнее время. О, какая она восхитительная, какая она прекрасная, какая... Говно, блядь! Полное вообще, просто отдуплитесь. Давайте просто посмотрим на жопу. Где здесь работа дизайнера? Ну, где? Где? Вот фары, знаете, как поворотники работают? Смотрите, я вам покажу. Где сперли? Правильно, у Audi. Я дизайна здесь не вижу никакого. Просто вот, вот это шло, и вот, вот просто круглая, вот эта круглая непонятная жопа. Так хочется сюда на УАЗе Патриот, блядь, со всего разгона въехать. С хорошей расширенной страховкой. Я только что понял, как дизайнеры придумали дизайн этой машины. Они, короче, стояли, и один такой: я придумал дизайн! Я придумал дизайн! Все, приклеили морду от другой тачки и сделали этот дизайн. Все. Багажник. Открываем, смотрим. Ну, здесь наш штатив валяется. Багажник большой. Вообще, эта машина якобы конкурент Porsche 911. Ребята, эта машина не конкурент Porsche 911. Porsche 911 вас имел раком всех. Просто. Вы сядьте в 911, Turbo S, вон у Юсуфа возьмите. Че, охренеете просто, как машина едет. Просто, это нереальная тачка. А это что такое? Вот это вот дешманская, вот эта вот обшивка какая-то непонятная. Вы представляете, как тяжело тестировать машины людям, которые занимаются тестами в нашей стране и снимают, которые не могут говорить правду. Ну, то есть они просто смотрят на машину, он в душе понимает, что это ублюдок, но не говорит этого, потому что ему денег дали. И таких куча. Я понимаю, что я там не особо нуждаюсь в деньгах. Я зарабатываю их. Но мне очень жалко журналистов, которые
в автомобильной блогосфере или же вообще в журналистике продаются. А у нас целые порталы есть, которые с утра до вечера только продаются на эту тему. Двери. Что тут рассказывать? Посмотрите, ну, порог симпатичный. Цвет. Кстати, этот цвет стоит дополнительно 600 тысяч рублей. Если вы хотите в этот цвет машину, именно эту, 600 тысяч рублей стоит. Колеса вот эти кованые, 200 тысяч рублей сверху. Brand new ties, rolling on the same old strip, new party, same old chicks, I'm so sorry. If I don't look happy to be here in your labor office, but they said I can't smoke weed here. Man, fuck it, I'm out. Black owned and I'm body full. I got a studio in my house, along with some of the perks that come with my work. Pretty 20-something sleeping in my diamond supply shirt. There is not an adjective to describe how I work. Hard is not enough, brother, I'm tougher. Whack niggas with that sleep rapping and woke up in trouble. You was cool 10 years ago, you fucking Lex Bubba. Едет вообще. Мне кажется, с ней что-то не так. Но я давлю газ в пол, она вообще не едет. А мы ее на дрифте не могли убить? Могли. Газ нажимай, она не едет. Ну, давай еще раз попробуем. Но она не может так ехать. Она вообще не едет. Вот смотри, я сейчас в пол буду держать, догоняй. Возможно. Не, ну такого-то не должно быть. А что, ошибок нет? Нет. Звуков куча, понтов куча, а машина не едет. И все такие, о, наверное, там зверь какой-то под капотом. Какой нахер зверь? Она не едет. Лапки идут просто дикие. Но она не едет. Пробег у машины 7581 километр. Смотри, давай от 0 до 100 замерим. Давай. Давай просто, хотя бы так в секундах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сто. За 12 миллионов. Да нет, что-то и не так. Так, носители данных, телефон, индикация вспомогательных систем, установки AMG. Ну, а вот Boost. Турбины не работают. Прикинь, он сейчас едет без турбин. Вот это похоже. Boost вообще нулевой. Мы тестируем тачку без турбин. Просто отключились турбины. На машине за 12 миллионов. Карбончик здесь сделали. Дисплей, меню. Хотелось бы отметить, что отдельно, конечно, меню они сделали отменно. Вот что она умеет делать, так это поворачивать. Наконец-то Mercedes научил тачку поворачивать. Рулится очень хорошо, но все равно. Но вот сейчас у меня гоночная подвеска. Вот видите, я чуть-чуть по рулем дергаю, но не знаю, как-то она неуверенно себя ведет. Вот просто. Не знаю. Хочется навалить на ней, понимаете? А козырек очень крутой, очень прикольный козырек. Очень маленький такой. Люк, ну, кстати, приятно. И мне очень нравится, как они вот здесь сделали, кнопочки наверху расположили. Здесь подогрев сидений и задний спойлер. Сейчас я его выдвину, смотрите.
Ну вот что, попробую газ нажать в пол. В пол. Бред вообще. Просто бред. Мы проехали буквально 5 километров. И машина за 12 миллионов рублей имеет право не показывать ошибки, при этом не ехать. Она не показывает, что у нее идет буст, у нее не работают турбины, машина сломалась. Как она может сломаться при пробеге 7 тысяч километров за 12 миллионов? Как? Что там такое может сломаться? Вот оно истинное лицо и качество Мерседеса. Вот оно. Посмотрите на него. Дали ему 15 минут подумать. Не одумается, будем так ездить. От 0 до 100 эта машина у нас едет 9 секунд. Ну, как положено. Нас даже Ford Focus разорвет в клочья. Такси, обидно ведь. Внешне на любителя. Вот кому-то может нравится, кому-то не нравится. Вот я пацанов спрашиваю, они сразу все убегают. 12 миллионов за машину, да, здесь даже зазоры не совпадают. Я не где? Я бы вот до этого уже вернул бы машину. Вот, что такое? Что за зазоры? Ну да, здесь, да, а там, а с этой стороны ровно, согласен. Какие-то, как на УАЗике, я не знаю. Нет, но он нормальный, но просто там выпирает, согласен. Бабу снимали, стоп будов. Смотри, поболтал. Вот этот болт откручивали, краска с него сошла. Тормоза по пятибалльной шкале четверочка с плюсом, очень хорошо тормозит. Это первый Мерседес, который в моем понимании может управляться и поворачивать. Он поворачивает, он рулится. Но как эта машина в деле, мы, к сожалению, понять не смогли. Знаете, многие говорят, вы такую машину выбрали, вы сякую машину выбрали, тебе тут не повезло с машиной, там не повезло с машиной. Я не вижу смысла рвать себе жопу, брать другую машину и доказывать всему миру, какой Мерседес охуенный. Мы снимаем в реале, на живя, как есть. Говно, 12 миллионов, сломалось и никуда не едет. Мерседес, иди нахуй. Стоп. Ты что, сынуля, подумал, что мы, такие чуваки, которые сразу сдались, да? И не сделали тебе, братюль, нормального тест-драйва и реально не рассказали реально про эту тачку, а просто так на отвали. Не, братан, ты нам за это лайки и ставишь. Ты именно поэтому ссылки на эти видосы друзьям и кидаешь, потому что мы по-пацански, по-братски к тебе относимся, всегда с уважением показываем до конца про эти тачки. Уважаемая компания Mercedes, обращаюсь сейчас к вам. Скажите, пожалуйста, каким образом вот это корыто было построено у вас на заводе, продано здесь, в Российской Федерации, за 12 миллионов рублей, и вы эту тачку не проверили? У вас с завода есть вот эта вот деталь, которая дает силы этому автомобилю, дает жизни, из обычного атмосферного автомобиля делает турбированного монстра. После ваших всех тестов, проверок на качество, я уже сомневаюсь в качестве Мерседеса. Каким образом эта тачка могла вот с таким говном выехать с завода? Но что самое интересное, ребятки, вы умудрились продать эту тачку чуваку, который купил ее исключительно за внешний вид. И он ездил на ней и не признавался. И таких много у нас по всей стране, и таких много среди автомобильного мира, которые покупают, катаются. И только после того, как Давидович сказал, что это говно не едет, и оно реально неисправно, хотя ошибок вообще никаких не было, машину отвезли на сервис. И на Ленинградке установили причину и исправили эту причину, за что пацанам огромное спасибо, сделали очень быстро. Ну, правильно, поняли, что я приеду скоро. Вы умудрились продать человеку тачку, на которой он проехал 7 тысяч километров и не имел никаких претензий. Его обгоняли старый Audi R8 4.2, и он ничего не мог с этим поделать. За 12 миллионов. Если бы меня за 12 миллионов обогнала бы какая-нибудь Audi R8, сука, я бы сжег бы ее нахуй к хуям собачьим. Просто в эту же ночь она пылала бы просто. 12 миллионов.
Братан, сиди за руль, будешь с оператором за мной ехать, потому что другая никакая херня за мной не успеет. Погнали. Да. Владелец, когда приедет, сядет в эту машину, у него жопа мокрая будет. Бескомпромиссная херня. Твою ж мать, сука, что ты делаешь? Это нереальная тачка. Вот теперь она живет, вот теперь она едет. Пиздец, что она делает. Мне кажется, это самая быстрая тачка, на которой я когда-либо ездил. Пиздец просто! Пиздец! Пиздец, что она делает, блядь! Нереально тормозит, нереальная развесовка, нереальная управляемость и удовольствие, которое она дает, зашкаливает! Ебать! Просто пиздец! Это пиздец, что она творит? Какой, сука, ГТР? Вы чё? Какой ГТР? Насколько быстро покрышки могут прицепиться к этому асфальту? Давай, 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 молодец! Дала папе кайфу, молодец, девочка. Сука, она легкая, просто и дикая. Вот это 500 лошадиных сил, которые дают кайф. Дают. Просто нереально. Да, она менее устойчивая, чем Nissan GT-R. Да, она не так стоит плотно на дороге и не так уверенно. Да, не так безопасно. Но в этом и есть весь кайф. Че ты испугался-то, блядь? Я принимаю решение, а не ты. Тормози, блядь, мне сама, сучка. Чувствуешь потные ладони? Чувствуешь дыхание вот это дикое, звериное дыхание 4-литрового монстра по-настоящему от Мерседеса. Это нереально просто, эту тачку надо запретить. Эту машину может купить 18-летний чувак по нашим законам. И поверьте, он нереальных дел наделает на ней. Как останавливается. Прям на и встала. Это монстр. Эта машина не выглядит так, как она едет. Эта машина очень опасная, поверьте. Эта машина более опасная, чем Nissan GT-R. Опасность этой машины заключается в том, что она заднеприводная, она дикая, она отмороженная вообще на башку. Юз сделал, по-моему, 900 сильную версию. Я даже боюсь представить вообще, что там просто и как она едет. Вот это самые быстрые, самые безумные и дикие 500 лошадиных сил, которые я когда-либо видел. Это самая ублюдская машина по дизайну и самая быстрая тачка, которую мы тестировали. Она очень похожа на Ferrari F12 Berlinetto. Очень, очень по ощущениям. Но Берлинетто стоит вообще космос. Давай с тобой попробуем. Ну давай с 50. Давай ты сигналь. Неплохо идет компрессор на E92. Эти 500 лошадиных сил более дикие, чем в BMW M5 E60, чем в BMW M6 E63. Это просто безумная, безумная сумасшедшая машина. Я понимаю, что Mercedes реально начал превосходить BMW. Как ни крути, я признаю это. Просто вот хоть так, неважно. Mercedes делает вещи. Стоит ли эта машина 12 миллионов? Если ты хочешь умереть на дороге, то да. Технически я понимаю, что она не стоит 12 миллионов. Но фактически то удовольствие, которое эта машина может вам
дать. Ты на нее смотришь, и ты думаешь, какая-то зализанная блевотина вообще очередная, которая вообще ничего не может и ничего не умеет. Ты смотришь на этот багажник, смотришь на эти динамики, на пороги, на двери, на какую-то залупу. Вообще все это блевотина полная просто. Блевотина полная. Эта тачка может быть и ржавой, какой угодно. То удовольствие, которое эта тачка вам будет давать, несравнимо ни с чем. Вообще. Даже если одна тёлка вам будет сосать, а вторая будет лизать яйца, все равно вы не кайфанете так, как кайфанете от этой машины. Я хотел бы сказать, что это самые быстрые 510 лошадиных сил, на которых я ездил. Это самые правильные 510 лошадиных сил. Две турбины, 4-литровый мотор. Вот это я могу назвать высшей технической мыслью на сегодняшний день, пока Audi и BMW что-то не придумали. Но получается, что у Audi есть 4-литровый мотор, который стоит на RS6, и она всех чпокает. У Mercedes есть 5,5, который имеет всех, и есть еще новый 4-литровый. Я не знаю, что делать теперь BMW. Ребята, проблема в том, что теперь просто системами NBT или всякими лампочками диодными вы уже не отделаетесь. По-моему, компании BMW нужно собраться и все-таки что-то сделать, кроме 3-литрового мотора с 3 турбинами. Это был я, Ярик Давидович, это был тест-драйв от Давидовича. Машина выглядит как говно, но едет как монстр. Пока.